Всем привет! Выходные я провел на природе, а природа была богата дарами леса, а именно грибами, маховиками подберезовиками, лисичками и ягодами. Но так как есть хочется всегда и везде, я решил приготовить себе завтрак. Для этого использовал имеющиеся у меня продукты. Я развел костер, собрал немного лисичек, так как они неприхотливы в приготовлении, из них можно готовить все что угодно. На костер поставил сковородку разогреваться, тем временем помыл и порезал лисички. Влил масло и на разогретую сковороду добавил лисички. Пока лисички обжарились, я порезал помидор на дольки, открыл ветчину, порезал ее на небольшие кусочки. В обжаренные лисички добавил помидоры, затем ветчину, следом вбил яйца. Посолил и добавил немного фасоли. Спустя несколько минут у меня был готов превосходный завтрак. Желаю всем приятного аппетита, сытых завтраков. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и не забывайте ставить пальцы вверх.